Здравствуйте, уважаемые пользователи. Вот у нас сегодня 12 сентября 2024 года. И позвольте вам показать, это вот саженцы алычи. Кубанская комета. Результат нашей опытной экспериментальной деятельности. В том смысле, что саженцы не привиты. Они выращены из одревесневших черенков. И вот за 2 года вот такое счастье нарастает. В общем, соответственно, та поросль, которую они дадут весьма не скоро, она будет сортовая. Сможете откапывать и сажать. Будет у вас счастье в виде большого количества деревьев кубанской кометы, которой никогда не бывает много. Вот такие саженцы. Вот. Через год, максимум 2. Нет, виноват. Через 2 года от посадки вступит уже в плодоношение. Все, большое спасибо. Количество материала ограничено. Так сказать, желаем любить и не жаловаться. Все, большое спасибо, снято. Кубанская комета.